Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Японцы заинтересовались сотрудничеством с Кировской областью. Киров посетил директор Японского центра по развитию торгово-экономических связей Сатаки Акихита. Об этом сообщают в ВТПП. Одним из наиболее важных и перспективных направлений сотрудничества могут стать проекты, связанные с лесной отраслью. Весной 2018-го в Кировской области пройдет лесной форум. Его совместно организуют власти региона и ВТПП. Акихита заинтересовался этим мероприятием и пообещал распространить информацию о нем в японских деловых кругах. Программа «Экономика». Самые популярные франшизы в сфере здоровья и детства. Об этом рассказала эксперт из Перми Юлия Богушевская, которая выступала на форуме «Франчайзинг для малого бизнеса» в Кирове на минувшей неделе. По ее словам, которые приводит навигатор, забота о здоровье – популярный тренд. Поэтому открывается много фитнес-клубов, бассейнов, хорошо продается спортивная одежда, спортивное и здоровое питание. В сфере детства тоже много различных направлений, популярных у предпринимателей и востребованных. Это продажа детских товаров, медицины и досуг. Еще одним перспективным направлением эксперт назвала частные дома престарелых и клубы для пожилых. Экономика на 101 FM. Далее выпуски информации от наших партнеров. Компетентность в вопросах безопасности труда помогает руководителю найти правильные управленческие решения, обеспечить грамотное проведение работ на предприятии. Достичь этой компетентности проще и быстрее можно, пройдя курс обучения. Кого первым стоит отправить на учебу и кто способен лучше всего донести информацию до сотрудников компании, рассказывает директор по развитию образовательных программ Кировского центра охраны труда Дмитрий Хохлов. Линейные руководители и главные специалисты компании – это ключевые сотрудники. Они – проводники идей от высшего руководства к остальным работникам. Поэтому качественное обучение по охране труда руководителей особенно важно. Конечно, если первые лица компании сами обладают культурой охраны труда и осознанно занимаются вопросами безопасности труда. Когда преподаватель или тренер учебного центра передает на обучение какую-либо информацию или делится практическими наработками, это воспринимается с гораздо большим вниманием, чем лекции от штатного специалиста по охране труда, или, что того хуже, чем просто прочтение конспекта на тему. Поэтому нас и приглашают для проведения корпоративных семинаров и тренингов. В Центре охраны труда ежегодно проходит подготовку по различным программам обучения более 5000 человек. Подробности на сайте Кировского регионального центра охраны труда otedifiskirov.ru или по телефону 380209. Ваше спокойствие должно быть оправдано. Экономика. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 59.23, евро стоит 69.80. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.